Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. Сегодня вы можете уверенно рассчитывать на поддержку своих друзей и давних партнеров. Удачный день в финансовом плане. Телец. Время преобладания позитивных тенденций. Вы будете легко опережать своих соперников и выйдете победителем из конкурентной борьбы. Близнецы. Сегодня возникнет немало трудностей. Постарайтесь не выказывать недовольства, так вам удастся избежать конфликтов. Рак. Время, когда нежелательно браться за новые проекты и заключать сделки. Коллеги по работе могут дать вам толковые советы. Лев. День не будет лишен трудностей, но если вы правильно рассчитаете свои силы, то вскоре добьетесь успеха. Дева. Сегодня во всем советуйтесь с близкими, особенно перед принятием важных решений. День хорошо подходит для решения сложных задач. Весы. Финансовые поступления будут незначительными, но и они вас порадуют. Воздержитесь в этот день от незапланированных поездок. Скорпион. Вам сегодня не удастся достичь взаимопонимания с окружающими. Нежелательно в этот день решать любые финансовые вопросы. Стрелец. Время хорошо подойдет для общения с вашими единомышленниками и обсуждения актуальных вопросов. Вам удастся найти новых союзников. Козерог. В этот день вы сможете рассчитывать на поддержку друзей и родственников. Нежелательно сегодня отправляться в дальние путешествия. Водолей. Этот день для вас будет довольно сложный. Не стесняйтесь обратиться за помощью к близким. Возможны крупные денежные поступления. Рыбы. Этот день для вас будет весьма благоприятен. Он хорошо подходит для длительных зарубежных поездок и контактов с иностранцами. Я гора мышц. Я сплав титана и стали. Я решаю, что будет завтра. Я хочу пироженку. РТА Телеком. Выбирай то, что нужно. Проспект Строителей 67. Телефон 8 800 550 9027.